Bro, what the fuck were you doing, my boy? Пиздец, что с этим мужиком не так? Я вообще хуею. Совсем ебанутый, что ли? Лови нахуй! Ладно, что ты? Извиняюсь. Good job. Nice try. О, блядь. Пиздец, чё с этими пацанами? Чего бояться, блядь, вообще? Залетаешь, кидаешь. Кажется, они знают. Я флот новинки. Не любите, блядь, как я бы там заявил. Станция с бубном, не знаю. Заткнись. Пасть закрой. Чисто. Уходим. О, ничего себе. А, это Pathfinder. Я понял, почему он меня так быстро догнал. Мне кажется, я не добегу, но попробовать стоит. Да, ну все, короче. Да, блять. Ой, R99. Удачи, как бы, тебе с твоими начинаниями, я пошел. А я, короче, в этом здании буду тусить. Собрал тут одного. Ко мне сразу второй пришел. Мне все нормально, я бомбузил. Индоревенант на тебя выходит, very low. Забери его. Найс. Робота добираем. Блять. Твою мать. Я говорю же, чувак, это наша карта, вообще не знаю. Расставляй говно в доме быстрее. Сейчас. Не сейчас, очень быстро. Давай, прям тут уже на первом этаже расставляем на самой этой херне, вот здесь вот. И ко мне давай на крышу. Но я дамажил очень сильно Бладхаунда, они так-то не очень сильные парни. Ну там. Это нам прилетело сейчас? Не, он промазал. Он не долетел. О, он вообще пиздец лоу. А он все уже готов. Я на Александра Нокса спрыгнул. Я сейчас умру, чувак. Я выебнул. Давай, найс. Там последний остался, надо его зарашить. Убей Александра Нокса, будь добр. Я бы... Так, придется идти через эту херню, я ничего не вижу. Держись, держись! Жерки, говно! Держись! Чел, что я говорил? М? Что я говорил, мужик?
Тупо не получилось, тебя лох. Тупо дробь в попку докинул. Дробь в попку? Блядь, кубик вколол, блядь, а шарик залез. Сколько вам кубиков инсулина? Сегодня у нас шарики. Кто прячет этих пидорасов в траве, блядь? Вишни пидорасов. Это верно. Ищи себе бешеных пидорасов. Ищи себе. О, загрузка, загрузка. Ой, ой, мама пришла. Я сейчас маму захуярю. Вы были родители в соседней комнате, с ума сошли, наверное, от мамы. Мне только дошло, что это... Довели игры. Я сейчас маму захуярю. Я сейчас маму захуярю. Что ж там на работу уже ушло? Я сейчас маму захуярю. Ну, это прямо фраза века, блядь. Осуждаем такие фразы, если что. Реально осуждаем. Асу. Вы что, готовы в юбилях пан сделать? Не дошел. Реально. 49 метров прострелом через стену. Сорма гаясь. Фу, ебать, Сёма на дороге лёг, блядь. Я даже не буду пытаться. Я просто бежал. Ой, блядь! Откуда? Ярик? Вот. Ты Ярик. Ярик, работай. Не-не, он далеко. Издалека выстрелил. Нихуй. Ясен? Пиздец далеко, нахуй. Пиздец далеко, Ярик, блядь. А где он был-то? Глухонемой. Ярик, реально глухонемой, блядь. Я слепой, а не тупой. А где эта хуйня? Она в воду, походу, упала. Он где-то тут был. Блядь, да ладно. Ой, найс, ебать, найс. Откуда? Найс. Да кто я ебну, блядь, нахуй. Это тот же самый, что Сёма убил. Ну, как бы... Думаю, все вопросы отпали от того, что... Ёбаный в рот, блядь, сейчас пёзнет. Вставай. Ёпта. Прострелом и валит. Где-то в щели вас. Да не прострел это был, блядь. Это был обычный. Надо эту шлюху найти и убить его. Ай, блядь. Блядь, сбоку, сука! Вон там вот, блядь, стоит петух. Рэдом, блядь. Пошли погоним ему пизды дадим, блядь. Да я хилюсь. Это... У него этот арбалет. Да ебать, что у него арбалет. Инженер. В жопе у него сейчас будет, блядь. Star Wars война крови. Херач. Вивеля Франс, мадафака. О, братишка мой. Отдыхает. Сначала маму захуярил, потом брата, блядь. Блядь, почему я так стал смешно слово скибать? Чё, где их кореш, который прострелами херачит? Давай ротейтиться. Пойдем заротейтимся, попробуем Сёму поднять. Этот долбоёб, скорее всего, сейчас негритянку поднял. Блядь, этот долбоёб тут! Ну аккуратнее, он стреляет в момент. Блять, ну как не вовремя, нахуй? А, не, он такой средний. Есть? Да, есть, блять, убей собак, ёпта. Но это не факт, что все, может, негритянка еще живая. Вивеля Франс, мадафака, GG. А, вот этот уёбан. Лох, ты отлетаешь! Ты так подожди, чё, блядь. А где его стронгайз? Это же это... Ещё кто-то есть. Да, я думал, это этот. Да, есть. Кидает говно. Вот. Крадется, блядь. Крадется. Стыкись, блядь, Ярик, ну.
бой нахуй. Так у реки лежит. Оп, не долетел. Отлетаешь. Ты отлетаешь, блядь! Хорошие сервера. О, да, slow motion. Ой, как говно этого не было. И вот снова здрасте. Спасибо деду за slow motion. Оу-е, слоу-мушен. Конечно же, попадание не регистрируется. Ну а хера ли нам? Правильно? Е-бой. Одолжение? Да, нужно попросить вас об одолжении. Если в нас какой-нибудь кинут говно горящее, вам нужно очень громко крикнуть «соси». Потому что у тебя это тушение фитилей? Да, у меня сосание фитилей. А ты точно поймешь? Да конечно, я точно пойму, блядь. Просто это будет, блядь, знаешь, в критической ситуации это будет странно. Соси, соси! Соси, сука! Ой, блядь, собачья ебаная, блядь. Сука, полоску отхуярили, блядь, громким голосом. Сука, вы так замерли охуительно. Типа, пиздец. Типа, красиво летят, блядь. О, деревенская пиздила, может, они убирать будут от молотка от сильного удара? Выходите! Мы знаем, где вы прячетесь. Это полиция, вы окружены, уходите с поднятыми руками. Да, они точно обосрались. Чё там? Чё, кто, у кого дробовик-то, кто залетит? Давай, давай я залечу, ты главное открой. Я открываю. Залетай, залетай, залетай. Подожди, стой. Не, отходи, отходи. Нам кидают, нам кидают. И лохи сами себя закинули. Ну вы лохи, лохи. Подожди, нет, там поздно сосать было. Иди, открой, я закину. Давай, стой, давай, давай. Открой, я закину. Кидай, 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 кидай. Бля, чел! Ёб твою мать! Ярик, ты кусок тупого говна, блядь! А чё вы так долго не держите, конечно? Я открою, они, блядь, начнут по нам стрелять! Ты тупой долбоёб, блядь, нахуй ты дверь, блядь! Сука, ебать, Ярик, ты такой, блядь, мудак! Надо было в щель кидать! Да я, блядь, уже собираюсь кидать в щель! Давай, открывай, открывай, нахуй! Stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai. Chi dai в эту хуйню? Vissuto con te, adesso.
Открывай, блядь! Почему вы стоите, долбоёбы? Что нахуй вы там дрочите? Пиздец, дрочь-то нахуй! Я сейчас... 415 у нас потери! Не надо, не надо, пожалуйста! Пацаны, пацаны, не надо, я пошутил, блядь! Да пацаны, это пранк, блядь. Какие же вы ебанутые. Литов с тиранитом подошёл. Я говорю, открывай. Открывай. Вы стоите. Там уже никого нет. Да нихуя, блядь, а откуда он вышел, по-твоему? Да нет, в смысле, никого нету рядом с открывалкой этой.